Даже во время пандемии одна традиция объединяет всех болгар. В этот день они, как и прежде, собираются вместе, чтобы отметить этот праздник. Это крещение. Старинный обряд в маленьком болгарском городке Калофер. В ледяную воду реки Тунджа под горячие ритмы традиционного болгарского танца бросают крест. Затем молодые парни ныряют за ним. В доме Анастасовых к ритуалу накануне вечером готовились представители трех поколений. По легенде, тот, кто примет участие в этом мероприятии, будет здоров и безмерно счастлив в новом году. 35, около 35 лет назад мне поставили диагноз артрит. Мне тогда было 9 лет. Отец предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не спускался в реку. И даже пытался крикнуть «нет» в последний момент. Но я уже был в воде. И с того дня у меня не было никаких симптомов или болей. Однако история праздника знает и нелегкие времена. Рассказывает Генчу, отец Милена. Когда започна социализм, во времена социализма нас преследовали. Полиция пыталась нас поймать. Нас отстраняли от школьных занятий. Запрещали ходить в церковь. Они резали наши волынки и барабаны, а мы всего через час или два делали новые барабаны и снова шли к реке. Хотя недавно в Болгарии был обнаружен новый вариант коронавируса омикрон, лишь немногие люди здесь надели маски или держатся на безопасном расстоянии друг от друга. Вера сильнее страха перед ковид. Все наладится. Терпение и вера – это все, что нужно людям, а также любовь. Это самое главное. На протяжении веков болгарские традиции претерпели различные испытания. Однако, как и раньше, так и сейчас, чтобы не встречалось на их пути, болгары сохраняют свой духовный огонь.